Всем привет, с вами Клара, и я фанатею от многих вещей, в частности от Марио Касаса. Когда ты впервые увидела Марио Касаса? Я точно не помню, когда, но, вероятно, в фильме «Три метра над уровнем неба». Что тебя больше всего поразило в нем? Не знаю, я думаю, что многие испытывают подобное к нему. Если я слышу про Марио, я краснею. Я знаю, что это глупо звучит, но внутри что-то происходит, думаю, у многих так же. К какому типу фанатов вы относитесь? Я не была из тех фанатов, которые говорят, мне нужно его обязательно увидеть. Я никогда не видела его лично. Что твоя семья говорила тебе? Однажды мне нужно было пройти кастинг с Оскаром Касасом. Я нервничала и рассказывала маме, но она мне не поверила. Она сказала, что этого не может быть, что он не придет. Я зашла в зал, и там стоял Оскар Касас. Я уже не помню точно, что делала на кастинге. Прошло все не очень, меня не взяли на роль, потому что я нервничала. Что бы ты сделала, если бы увидела его? Ничего, я буду вести себя нормально, хотя я бы, наверное, сильно покраснела. Как ты представляешь себе встречу с ним? Он никуда не пойдет, верно? У меня точно будет микроинфаркт. Мне стыдно признаться в этом, потому что обычно я очень серьезная. Но когда ты встречаешь известного человека, то ты начинаешь волноваться. Я была бы счастлива, если бы мы пошли выпить кофе и поговорили бы о чем-нибудь. Что бы ты ему сказала как фанатка? Я думаю, всякий бред, типа, у меня заноза, посмотри, пожалуйста. Но я до сих пор считаю, что мы не встретимся никогда. Мне даже отчасти нравится считать это невозможным событием. Вот такая загадка фанатов. Иметь небольшую вероятность, но при этом думать, что все это невозможно. Хочешь узнать, что он скажет? Я буду плакать.